В годы Великой Отечественной войны Чебоксары были одним из центров эвакуированной промышленности. Помимо огромного вклада в строительство Сурского и Казанского оборонительных рубежей, жители республики укрепляли оборонную мощь страны. За вклад жителей городов в достижение победы год назад указом президента страны Чебоксарам присвоили почетное звание «Город трудовой доблести». Вера Попова – одна из тех, кто еще ребенком начала работать на Чебоксарском электроаппаратном заводе и, не зная ни сна, ни отдыха, трудилась вместе со взрослыми. Родители меня привезли из города Тетюш в бельевой корзинке. Это где-то был 30-й год, 31-й, и родители приехали в Чувашию. Так Вера Петровна попала в Чувашию. В 41-м году ей было 11 лет. И все почти как у всех на тот момент. Отца забрали на войну. Сначала работать на завод табельщицей пошла старшая сестра. В 1943-м и сама Вера Петровна. Мы с подружкой устроились вот во второй сборочный цех с учениками, слесарями-чпорщиками. Ну, а потом я так в школе рабочей молодежи училась до 9 класса. А после 9 класса я что-то там дальше не смогла учиться. Ага, ну вот, все время работала на заводе. Ну, работала сначала помощником мастера, потом стала мастером. Нас взяли на работу, приняли в цех. К нам все вот эти ведущие настолько были к нам внимательны, они настолько понимали наше детство, подростки, мы, нам надо и учиться, и работать, и питаться. Нам они очень помогали. Это были настоящие наставники. В то время, правда, термин этих слов не применялся, но они этих слов заслуживали. Замечательные были люди. Чебоксарский электроаппаратный завод был организован на базе эвакуированных из Харькова и Ленинграда предприятий. Во время войны, когда было все для фронта, все для победы, там производили установочные изделия для танков и самолетов, реле и автоматику, а также специальную морскую электроаппаратуру. А у станков вместе со взрослыми стояли 14-летние дети, которые и до оборудования-то не доставали. Пришла на работу где-то уже в ноябре, в конце. Холодно было. В отцовых кирзовых сапогах сапоги сняла, босиком встала на ящик. Тут работал целый день. Я не могла на ящик залезть, в них они тяжелые. Да, они были тяжелые. Ящик там был, наверное, ну, может быть, сантиметров 80. На него надо было встать, а у меня сапоги-то тяжелые, кирзовые, от отца остались, после, как в армию ушел. Я вот сапоги сняла и босиком встала на ящик. И так вот работала всю смену. В семье одна обувь носилась на двоих, на троих. Работали не 6 часов, а по 8 и по 10. Потому что у цеха был большой план. Нужно было его выполнять. Где-то ждали наши запчасти. И, в общем, все относились к этому как-то сознательно. Все помогали. Даже школу часто пропускали, было не до учебы, но верили в светлое будущее, что еще чуть-чуть, и все будет хорошо. И оборудование будет новое, и работать станет легче, и обед по расписанию. Сначала казалось, столы некрасивы, не будем работать здесь, уйдем все учиться. А начальник там и мастер Савельев Хонович говорил, останьтесь, мы сейчас здесь построим конвейера. Вы наденете белые халаты. Настолько это будет красиво и приятно. Вы будете каждый выполнять свою операцию. И будет идти лента. Вам будет даже интересно. Но будет план, будет задание. В общем, так мы работали на конвейере. И остались на заводе на всю жизнь. Я проработала 43 года. У Майи Козловой тоже вся жизнь связана с заводом. Ее отец Наум Стотланд. После тяжелого ранения на фронте в 42-м под Ленинградом был эвакуирован в Чебоксары и работал на электроаппаратном заводе. Майя Наумовна уже после войны пошла по его стопам. Тогда все мы как один хотели быть инженерами. И мы все как один после школы 7 класса пошли в наш электромеханический техникум. Они заложили любовь к технике и к делу. И научили делать то, если ты делаешь, что делай ты лучше всех. По крайней мере, старайся. Даже я помню, в цех ходила на практику. Я хотела обогнать рабочих, вот, которые собирают, сидят на сборке. Они же... Мне надо было, чтобы делать лучше. Они вложили в нас это чувство долго. Долго ответственности. Электроаппаратный завод – дитя войны. И все 4 года работал на военную промышленность. И
Завод получил орден Трудового Красного Знамени в 44 году. За трудовой доблестью Чебоксар стоит вся Чувашия. И все те люди, которые после эвакуации нашли здесь свой дом, остались навсегда. Татьяна Трофимова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Республика.